Автопробег стартовал 17 марта в Севастополе. За это время колонна автомобилей побывала во многих городах Крыма, которые славятся своими воинскими традициями. Маршрут эстафеты проходит по городам-героям, городам воинской славы и тем, которые награждены орденом Отечественной войны первой степени. Но, к сожалению, из-за известных событий, которые на Украине происходят, мы не сможем посетить город-герой Одессу и город-герой Киев. В Сочи участники акции приехали из Туапсе. Возле памятника «Подвиг во имя жизни» их уже ждали ветераны, школьники, студенты. Все вместе они растянули на площади копию Знамени Победы размером в 200 квадратных метров. Много участников Великой Отечественной войны, которые ушли из города Сочи, не вернулись домой. Более 4000 наших горожан. Ветераны не смогли сдержать слез, и даже дождь и хмурое небо не испортили праздничного и одновременно боевого настроения. Слезы наворачивались на глаза от того, что страна поднимается с колен, что страна занимает то место, которое она всегда занимала. В память об этом событии в парке Ривьера посадили дерево. Оно стало вторым. Первое появилось в Туапсе. В книге почета расписались почти все участники акции. Она будет постоянно храниться в Москве в музее ветеранской организации «Боевое братство». Мы просим всех не писать о нас и никаких нам поздравлений там не писать, а писать о том, о своем отношении к памяти Великой Отечественной войны. И каждый вспоминает, вот уже я просто по опыту всем говорю, вспоминайте о своих родственниках. Ведь каждая семья кого-то лишилась. И тогда совсем другой разговор выстраивается. Человек вспоминает о том, что у него внутри. Из Сочи автопробег отправился в Абхазию. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.